В Салехарде свою работу начала первая фан-зона ямайского волейбольного клуба «Факел». Уникальное событие состоялось в развлекательном комплексе «Полярис». На большом экране 200 болельщиков из окружной столицы наблюдали за домашней игрой любимого клуба против красноярского «Енисея» в Суперлиге чемпионата России по волейболу. До и во время трансляции гости фан-зоны участвовали в конкурсах и розыгрыше призов. Рисовали плакаты в поддержку команды и придумывали креативные кричалки. Усиленная салехардской фан-зоной поддержка помогла команде вырваться вперед и выиграть со счетом 3-0. Благодаря победе «Факел» поднялся еще на один пункт в турнирной таблице чемпионата и теперь занимает второе место, уступая только новосибирскому «Локомотиву». В своем инстаграм-аккаунте губернатор Дмитрий Артюхов спросил у ямальцев, пойдут ли они болеть за «Факел» в своем городе, если появится такая возможность. Многие дали уверенный ответ «да». Возможно, благодаря усилениям болельщиков, география фан-зоны ямайского клуба расширится совсем скоро, и каждый получит возможность в компании единомышленников посмотреть игру «Факела», не выезжая из своего населенного пункта.